Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как удалить родительский контроль, а именно Family Link, на вашем устройстве Xiaomi Redmi Note 10. Для начала мы видим, что оно у нас установлено, да? Переходим на главный экран. И никаких приложений мы заметить не можем сторонних, так как они заблокированы Family Link. Итак, в первую очередь мы заходим в настройки, далее пролистываем в самый низ и заходим во вкладку Google. Затем же управление аккаунтом. Далее жмем начать. Заходим в данные и персонализацию. Пролистываем чуть-чуть ниже. И выбираем вкладку «Удаление сервиса или аккаунта». Жмем «Удалить аккаунт». Сразу же хочу оговориться, что да, мы сейчас будем удалять наш аккаунт, но впоследствии мы сможем его легко восстановить. То есть не стоит бояться, что мы его потеряем. Просто следуйте шагам, и все будет окей. Далее подтверждаем, что это наш аккаунт. Далее соглашаемся здесь, соглашаемся два раза снизу и жмем «Удалить аккаунт». Если мы видим вот такую вот ошибку, значит мы все сделали правильно, просто переходим на главное меню и видим, как потихоньку приложения начинают появляться, собственно, которые были до этого заблокированы Family Link. Ну и для того, чтобы восстановить наш аккаунт, который мы только что удалили, мы заходим в Play Market, нажимаем кнопочку «Войти», вводим электронный адрес, адрес электронной почты, вернее, который мы только что удалили. И видим, что аккаунт был удален недавно, и его можно восстановить. Замечательно. Жмем «Далее». Вводим пароль от нашей учетной записи. Далее видим вкладку сервисов Google, она, в принципе, неинтересна. Жмем «Принять». И видим, что аккаунт был успешно восстановлен. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!